А знаете ли вы своих соседей? Хорошая возможность узнать, прийти на Международный день соседей. Жители больших городов часто вообще не знают, кто живет у них за стенкой. Исправлять эту ситуацию принялись люди во всем мире. В стороне не остались и жители Щелково. Праздник для жильцов устроили сразу в трех дворах города. Старт мероприятию дала управляющая компания «Паритет», которая подготовила концерт для жильцов ближайших домов. Там же были вручены благодарственные письма председателям и активным членам советов многоквартирных домов. Дома ваши процветают. Дай Бог вам всем здоровья. Я надеюсь на долгое наше с вами сотрудничество, чтобы дальше процветали наши дома и не старели, пусть они молодеют у нас. Желаю всем хороших соседей. Вот мне тоже повезло лично с соседями. Мы тоже установили очень личный контакт. На самом деле, что в мой отъезд, да, есть кому рыбок покормить. В ее отъезд, да, я кормлю кота. Пели и танцевали жители многоквартирных домов под управлением округа 17. Здесь праздник был приурочен ко Дню защиты детей. И все внимание уделили ребятам. Сегодня конкурсы для детей. Ждем много детишек из близлежащих дворов. Будут различные для них аттракционы, призы, конкурсы, все будет. Также бабушки, мамы, папы, дедушки, все приходят, всех накормим, познакомим. Высоко оценили подготовку и пришедшие на праздник. Праздник отлично, организация здорово сделана. Почаще такие нужно праздники проводить. Не только в этом дворе, а вообще. Особым стал день для жителей дома номер 18 по улице Шмидта. В день соседей здесь почтили память первого председателя совета этого многоквартирного дома Лидии Богатковой. В ее честь на фасаде дома установили мемориальную доску. Кроме того, благодарственным письмом наградили директора управляющей компании «Альтаир» Алексея Рыжова. Мы открыли памятную доску нашему первому председателю совета многоквартирного дома, Богатковой Лидии Алексеевне, которая сплотила нас, помогла нам объединиться и произвести благоустройство своими силами. Теперь три наших дома дружат вместе, и вместе мы делаем очень много. Мы были на первой площадке на улице Полевой, было более 100 человек, около 80 на тот момент было на Краснознаменской 7. Сегодня третья площадка у нас на Шмидта 18 объединила три дома, 18, 19, 20. Год. Люди только подходят, мы сами это прекрасно видим. Настроение у всех замечательно, хорошее. Я думаю, что они не только подружатся, узнают, кто живет в подъезде, на личных клетках. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».